Семья! Привет! Боже, сколько вас много вообще стало? Так, смотрите внимательно. Тут сидят, кушают Габи и Ева. Кому курицу, с кому сосисками, сами выберите. А тут все остальные, давайте, за стол. Мне тут сосиской! Мне сосиской! Мне! Нет, мне! Мне! Нет, мне! Мне! Да мне, я первая сказала! Чё ты влез, первая я сказала. Я первая подумала. Девочки, кто съест с курицей, получит вкусный напиток. А, так ну, ты первая, холосо. Так, все, Ева ест с курицей. А Габи с сосисками. Ну почему? Это что, если я в куртке, ничего страшного. Максим, не беси меня. Сними куртку, в чем проблема? И садитесь куда-то хотите. Так, я хочу с тофу. Там выбор? Креветки. Фу, креветки, отстой. Я хочу с сыром. Так. Так, ну смотри, я как бы тут живу. Вообще-то я гость, вы мне уступаете. Давай так. Кажешь там за себя. Я с рыбой. Какое ты? Я. Иди кушай это. Нет. У меня аллергия на помидоры. Что? Так у меня тоже, я умереть могу. Это я могу. Так. Что такое? Я не хочу с помидорами. Почему это? Это кетчуп. Кетчуп? Фу. Не, вот с рыбкой ням-ням. Все, всем приятного аппетита. Спасибо. Пожалуйста. Так. Боже, фу. Как вы раздражительно едите. Нужно спокойно есть. Чё? Я ем вообще-то красиво. Не как вы. Да. Вы вообще есть не умеете. Правила этикета не соблюдаете. Давайте все живо спать. Ёмба!